Любители спорта и сторонники здорового образа жизни ликуют. После трехмесячного перерыва открылись фитнес-клубы. Но пока из-за сохранения угрозы коронавируса спортзалы работают в особом режиме. Чтобы узнать о новых правилах, наша съемочная группа посетила один из крупнейших фитнес-центров в округе. Да, это не то, что дома. Совсем другие ощущения. Вячеслав Шуриков занимается спортом на профессиональном уровне уже 12 лет. Большую часть времени он проводит в фитнес-клубе. Последние три месяца пандемия заставила отказаться от привычного образа жизни. Но даже находясь дома, заядлый спортсмен не расставался с гантелями. Занимался дома с собственным весом тела. У меня дома есть всякие различные подобия тренажеров. Это гантели, гири. Медболы, это мячики такие. Также бывало выходил на улицу, нарушал. Это разные вещи. Я реально соскучился по тренажерам, по железу. После открытия фитнес-клуба Вячеслав одним из первых переступил его порог. Но прежде чем попасть в тренажерный зал, прошел несколько антивирусных процедур. Теперь это обязательное условие для всех, независимо от цели визита. 36. В помещениях фитнес-клуба нанесена социальная разметка. В тренажерном зале оборудование расставлено так, чтобы расстояние между клиентами было не менее 1,5 метра. Площади этого спортивного объекта позволяют принимать сейчас до 500 человек в день. Активных посетителей клуба более 7 тысяч. Площади с 1 июля могут быть заняты не более 25% от общего количества занимающихся. Но уже с 6 июля уже будет 50%. Это уже вводятся некие послабления. Перед открытием фитнес-клуба во всех залах провели дезинфекцию, а также обновили систему вентиляции. И сейчас, через каждые 2 часа, тренажеры обрабатывают антисептическими средствами. У нас дезинфицируются все ручки, поверхности. И по требованию наших тренеров отправляется информация в чат, что нужно протереть. Выдаем на входе полотенца индивидуальные, которые наши клиенты занимаются. Бассейны, хамамы и сауны остаются закрытыми. Любителям поплавать и попариться придется подождать очередного этапа снятия ограничений. А пока согнать лишние килограммы, набранные во время самоизоляции, поможет железо. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.